Всем хай-хай, с вами Факер Фай. Сегодня у меня полностью оригинальная идея, которую придумал лишь я. Создание стикер-пака чрезвычайно просто. Настолько просто, что вы даже можете не смотреть это видео. Но вы обязаны уже досмотреть, потому что так сказал Господь и самый-самый научный гений. Итак, для создания стикер-пака нам нужно любое приложение для рисования. Советую использовать величайший и без памяти. Ты, наверное, скажешь: «Эх, надо пусть нарисовать что-то и загрузить только бит». А я же отвечу: «Хуй вам в рот». Сначала надо создать холст размером исключительно 512 на 512 пикселей. И рисуем рандомную дичь, которая придет вам в голову. Или же без стыда воруем чужие идеи. А ну пока мы смотрим, как Нене рисует вам, расскажу анекдот. Заходит в бар армян, чеченец и русский. А, кажется, все он уже дорисовал. Смотрим дальше. Открываем телеграм-бота, нажимаем на старт, нажимаем на создать новый набор стикеров. Потом выбираем невъебенное название. И загружаем картинку, обязательно в виде файла и с прозрачным фоном. Наверное, надо было сказать сохранить картинки на прозрачном фоне. Ну так вот, поскольку видео, наверное, короткое, я хз, я сейчас пишу сценарий, то я еще и расскажу, как сделать очень маленькие стикеры. Заходим на холст 512 на 512 и мы изменяем его высоту. Так уже рисуем картинки, потом загружаем в бота, и вот, готово, ваши стикеры стали маленькими по размеру. Мой телеграм-канал, ссылку на который в описании. Короче, всем пока, гудбай и приятного анала.